Курицына Марию, 6 В класс, Николай Алексеевич Некрасов, «Несжатая полоса». Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели. Только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она. Кажется, шепчут колосья друг другу, скучно слушать осеннюю вьюгу. Скучно склоняться до самой земли, тучные зерна купая в пыли. На что не ночь разоряют страницы всякой пролетной, прожорливой птицы. Заяц натопчет и буря нас бьет. Где же наш пахарь? Чего еще ждет? Или мы хуже других уродились? Или недружно цвели, колосились? Нет, мы не хуже других. И давно у нас налилось и созрело зерно. Не для того пахал он и сеял, чтобы нас ветер осенний развеял. Ветер несет им печальный ответ. Вашему пахарю моченьки нет. Знать, для чего пахал он и сеял, да не по силам работу затеял. Плохо бедняги, не ест и не пьет, червь ему сердце больное сосет. Руки, что вывели борозды эти, высохли в щепку, повисли, как плети. Очи потухли, и голос пропал, что за унывную песть упевал. Как на соху налегала рукою, пахарь задумчиво шел полосою.